Здравствуйте. Это у нас тут Комсомольская площадь в Питере. Так, цветочки. Тут много времени было проведено. На лавочке. На лавочке. Так что. Ну куда вы побежите от дождя? Родной зимой. Не хочется разговаривать. У нас едем там на площади. Организации. Так что еще тут уже деревья все. Они срезали на холоде дальше. Как они были срезаны, да, морозные. Вот сейчас начнем с этого. Сюда бегать. В 48 году орденом Ленина с 30-летием основания полковника Комсомола. Так. Машины пойдут. Трудового красного знамени, вот, 5-летнего плана развития народного хозяйства.